бани! Очередная попытка в покорении Веселовского водохранилища. На этот раз будем гоняться за крупными мордатыми окунями. Серега с нами поедет. И Даня сегодня оператор, но я думаю, он будет еще и ловить рыбу. Мы слепуемся где-то в лесу и там же разобьем наш небольшой лагерь. В лесу, в пустыне. В пустыне нормально. Погода как раз позволяет. Да, хорошо, уже тепло, блин. Ну все, смотрите, будет круто, захватывающе, интересно. Надеюсь, сегодня вечером уже будем коптить окушков и под холодный пивасик вспоминать, как хорошо мы их таскали. Все, поехали. Самый счастливый человек на земле, наверное, я, да? Ну, я думаю, вы, ребята, тоже добрались до места. Сейчас будем слеповаться, разбивать лагерь. Блин, и еще успеваем на вечерку. Война войной, обед по расписанию. Неужели трудно после себя просто взять и убрать весь мусор и увезти, блин? Не пешком ведь сюда люди приходят, правильно? Блин, вот самый сильный наркотик — это вот хорошее настроение, да, такое, когда вот прямо аж изнутри разрывает. Да. За рыбалку, ребят. Обедаем и в бой. 1-0. 1-0. Да какой 1-0? Я еще вяжусь, так нечестно. Судачок. Судачок. Давай сачок дам. Или не надо? Поздравляю. Хорошее начало, да? Для первой рыбки. Как бы течения нету, да? Леса легенькие, спиннинги легенькие, да? Вообще? Обалденно, да. Ай, мимо. Судак был. Есть? О, это хардак. Тоже судак? Да. О, красавец! Иди сюда. Иди сюда. Иди к нам, дружище. Есть. У-ху. Круто. Лед тронулся. Дань, давай, осталось тебе разловиться. Красавчик. Давай, покажи. Бас. О, Даня поймал первого баса в своей жизни. Ну чё? Ну, обрыбился, слава богу. Обрыбился, круто, блин. Офигенно, рыбалка идет. Замечательная рыбалочка будет у нас. Давай его в аэратор, дружище, закидывай. Продемонстрируй, кто там серый. Сачок нужен? Давай сюда его запаркуем. Есть. По-моему, это судачок. Да. Судачишка. Есть. Ой, нравится мне сегодняшний денек, ребята. И солнышко снова вышло. О, бас. О.
Хороший. Покусился, да, на этого червя модного? Хороший, красавец. Давай его. Это больше вариатор. Менялись серым палками, блин. Затестить. Виву потестить. Да, и сразу, блин. Не Виво это. Аспра. Что, судачок? Да, ведь не знаю. А ну-ка. Могу тебе. Что-то неплохое, слышишь. О, хороший. Давай его. Ну чё, как оно? Огонь. Огонь? Огонь. О, карась. А здесь такое часто бывает. Я говорю, стая под нами на эхолоте увидел. А это, оказывается, не окунь был. А хороший. Красивый, да, жёлтый был. На жарёху возьмем его? Да. Давай, дружище, домой. Что за монстр ты зацепил, а? Конечно, снимаю. О, подожди. Братан, сейчас я под сак возьму. Под самой лодкой вообще. Черный. Давай, давай. И на, держи. Давай, братан. Вот это кочегара ты лупанул. Мы его, конечно же, отпустим, но все равно приятно. Офигеть. Красавчик. Ну, красавчик. Я просто не могу. Это, ладно, подожди. Это сегодня самый монстр пока. Хорош такой вообще. На треску похож, черный. Да. Сколько килограмма? Два, наверное, да? Ну, двушка, да. Больше. Взвесим? Больше, давай взвесим. Давай. Ради интереса. Офигеть. Захавал глубоко, да? Жадный какой. Угу. Что, давай взвесим? Сколько? Кило 870 грамм. Хороший. Я думал больше. Ну, слушай, почти двушка. У страха-то глаза велики. Конечно. Да. Дань. Целуй. Ну подожди, надо еще на телефон сфотографировать. Давай. Давай, а потом уже отпустим обязательно. Давай. Есть. Убежал, блин. Как настроение? Отлично. Конечно, отлично. По воде пошли. Такого, блин, в порой судачка. Серый. Ты рад за? Так, вообще. Я за него очень рад. За депутата. Вообще. Продолжаем. Уже вечерочка начинается у нас с первого дня. А говорили, рыбы нету на веселке. Да. Че, мифы? Я вам развеиваю? Да, мифы о веселке, блин, реально развеяны. Круто, с первого вечера у нас буквально там 2-3 часа рыбалки. Опа. Есть? Давай-давай, нифига себе. Ты не моего доловил? Ну что-то неплохое, слышишь? Давай. Подсак. Мы не успеваем ролями меняться. Кто оператор, кто рыбак? У нас сегодня вообще такая движуха. Это что-то, по-моему, забагрил? Не. Тоже хороший. О! Давай, заводи. Есть! Хорошая рыбка. Давай мне его сюда. Давай. Фотканешь? Да, я щелкну. Посадил. И тоже его отпустим, да? Конечно. На коптильню мы уже поймали на сегодня, поэтому хватит. Сука, какой же он резкий, блядь. Умыл меня, блядь, слышишь? Искупался, освежился. Я думал, это трофейный окунь. Ничего, судачок, кайфово. Вечер, вечерочек. Может, Данькин рекорд побью сейчас? Ну, вряд ли, конечно. А вот у меня, возможно, и побьется. И ты взял? Да. Обалдеть. Давай сперва его, потом сачок. Тебя. Дайте мне сачок. Хороший.
Хороший. Золото какое. А твой где? Вот, моего. Вот он, вечерний выход, судачка. Да. Круто, рекорд не побил, но, блин, хороший. Закоптим мы сегодня вечерком под пивасик вот холодный, кайфанем. Ну, Серый, с вами тоже похвастайся. Маленький, хвастаться нечем. Ты каждый раз новую резину, да, по-моему, тестируешь? Да, 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 да. Все, пошел домой, дружбан. Как резина называется? Китыч. С третьего раза клыкастый добрал. Есть. Какой ершистый, смотри. Жабры распускает. Он, видишь, придавил ее. С третьего раза. Даня занимается заготовкой рыбы. Что мы сейчас будем делать? Вкусняшки делать будем сейчас. Рыбка закоптилась, да? Да, 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 все готово. Давай, Серый. Все закипело. Ай, какая красота. Ну а теперь по расписанию у нас будет ужин. Объясняй, что вы делаете. Коньячок, лодку паркуем. Противоугонная система. Карась. Дикий окунь. Главное, ночью. Ночью, знаешь, что кто-то его больше дожрался. Я думаю, здесь кто-нибудь попадется. Сальто будет. На капкан. Тарантантан. Тарантантан. Умывальные процедуры на свежем воздухе, да? Да. Освежиться перед рыбалочкой. С этой головой и чистой совести. Да, на судака и окуня напасть. Че, щуку еще поедем, да, сегодня по балкам попробуем погонять? Щуку будем пороть вот сейчас. Бежал. Ох, ох, мне нравится найдем, твой настрой. Найдем и будем пороть. Спали мы в машине, решили не ставить, короче, палатку. То есть, получается, Даня спал в багажнике, я спал на этом сиденье, а Серый спал на переднем. В принципе, нормально. Едем ловить рыбу, 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 рыбу. Че, судачок? Да нет, что подходит все. А там не знаю, нет, бас. Не крупный басик. Не сильно. О, хороший полосатик. Отличный. Ну что? С открытием тебя дня. Вот таких бы, ну, сука, крупных только. Дим, ты когда отловишься? Так, слушай, пора начинать уже, наверное. Вот и Димка разловился. Посерьезнее, да? Слушай, мордатый такой, вроде мордатый, а сейчас уже вроде и судачок. Крутатый, да? Подсак нужен? Подсак, я думаю, да. А может, это вообще карась сейчас окажется? Да нет, блядь, что-то тянет. Подожди, не вешай, не дай. Эц. Сюда. Какой активный, а. С утра пораньше, какая активность, да, у рыбки? Спасибо. Спасибо, спасибо. Хороший китэч оказался такой, рабочий. Но рыбка что-то сбивает его частенько. Две пачки, думаю, должно хватить на эту рыбалку. Да? Такая вот красота. Дежурный.
побитый чем-то, посмотри. Солнышко призило и начал клевать, да? Да, чуть-чуть вот потеплело, да, и рыбка пошла, пошла. Опять карась, ну хватит уже. Слышь, что-то ему китыч понравился, да, новый? Да. Я прям король карасей. Второй день. Третий уже. Второй день подряд говорю. Карасей таскаю. Пока ребята борются с зацепом, у меня кто-то бомбанул опять. Эй, да хоть так. Малыш какой. И хвост-то отгрыз, засранец. Ладно, давай, беги домой. Думал, сперва понял, по траве бьет, то кажется, он догонял. Фу-фу-фу. Это уже пас. Братан, это пас. Смотри, какой красивый, как с учебника биологии, да? Такого надо взвесить, да? Давай. Ёлки. Вот это рыба. Гроза веселовки. Красавец, блин. Поздравляю, дружище. Блин. Спасибо. Круто. Зачем, зачем, собственно, ехали, да? Да, второй день прекрасной рыбалки. О, 800 грамм. 800 грамм. Ну, все равно это немножко не то, не то. Хороший. Надо больше. Будет больше. Серый уже второго берет, а? Хороший тоже? Горбач? Такой неплохой, да. А ну-ка. Это может быть еще крупнее. О, хороший. Хороший. У-ху-ху. Давай его сюда. Ну, сейчас будем заново перефоткиваться. Сразу. Этот еще больше, да? Да-да-да, больше, больше. Класс. Дай, пожалуйста, его. Да он на все будет жрать. Звуки страшные от фрикциона, серый. А? Че? Трясет так, а? Башкой. Еще одного зацепил. Третьего? Что ты даешь, а? Тащить приятнее, чем судака, да, его? Да, очень приятно. Так, ну, подсак. Кто сработает подсаком? А я возьму этого. Хороший. Травяной, да? Красненький, перышко. Красивый, да? Он плоский, как маркером кто-то дорисовал, да? Сереж, ну так уже правда нечестно. Хватит. Остановись. Остановись, пожалуйста. Буйный. Буйный. Пришло и мое время. Та-та-та. Фрикцион работает. Я, кстати, воблерок поставил. Опа. Конечно, размером похвастаться пока не можем, но уже кушок пошел и у меня. С окунем поздоровались. Поздоровались. С судаком поздоровались. Поздоровались. А со щукой нет. Ну ничего, сейчас поедем и поищем щучку. 100% ее найдем, потому что погода шикарная, настроение хорошее и рыба активная, как вы сами видите. Судак ловится, окунь ловится. Ну и щука 100% тоже будет ловиться. Ребят, смотрите продолжение во второй части. Там будет щука, окунь и, наверное, вечерком еще на судачка заедем. Все, давайте.